Всем привет, это у нас Монахиня 144. В этом видео я буду проверять интересный момент. Разработчики Монашки сказали, что так как готовится скоро огненное или даже взрывное обновление в Монахине, то сейчас уже работает вот такой интересный момент. То если мы куклу взорвем рядом с динамитом, то динамит тоже взорвется. Давайте это проверять. Для начала перезарядим куклу. Так, кукла готова. Давайте ее в сторонку кинем. И теперь будем искать Библию. Нам, само собой, понадобится проводок. Потому что очень редко, чтобы Библия лежала на кроватке. Скорее всего, она где-нибудь или в туалете, или в комнате секретаря. Так, все. Ток мы восстановили. Сейчас мы будем проверять этот интересный момент. Да, она оказалась в комнате секретаря. Все, у нас теперь будет доступ к динамиту. Сейчас будем по одному динамиту взрывать. Если вообще получится его взрывать. Интересно, насколько близко нужно кукле находиться, чтобы динамит взорвался. Динамит-то обычный, видите. Никак не изменился внешне. Так, динамит мы бросим, допустим, на батут. Так. И куклой пойду к нему. Так, давайте проверять. Ой. Тут монашка уже стоит. Я хочу держать динамит в видимости. Так, 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 так. Все, разворачиваюсь и смотрим. О, смотрите, реально рванул. Он взорвался. Все, нет динамита у нас. Но, в принципе, он же нам особо и не нужен. Мы куклу сейчас будем перезаряжать за рекламу. Так, кукла опять к ящику. Интересно, смотрите-ка. У меня сейчас справа есть значок «Использовать». Это фантастика. Как так-то? Давайте используем. Это почему так? Так, интересно, взрывает. Я вылез в спортзале. Прикол. Сработал тот баг, который я проделывал с монашкой и шкафчиком. Так, давайте еще раз перезарядим. А сейчас нет значка использовать. Так, хорошо. Вот сейчас дали куклу бросить. Теперь мы возьмем динамит и положим совершенно в другое место. Скорее всего, этот баг произошел из-за взрыва динамита. Почему-то игра посчитала двойной взрыв багом. Так, динамит сюда. О, ну-ка. Динамит уже привязан. Ленточка или так раньше было? Так, монашка. Видите, монашка мне шкафчик не открывала. Сейчас встанем вот сюда. Давайте прям за стеной взрывать. Кто из вас куклой стоял вот здесь? И проверим, взорвется ли динамит. Вот отсюда. И будем заодно монашку наблюдать. Бам! Так, где? Динамита или нету? Все, смотрите, баг опять сработал. Опять звуки дыхания. Бросить нельзя. Фантастика. Опять я как будто бы в шкафу. О, смотрите, шкаф открывается сам. Это фантастика. Так, монашка решила открыть дверь зачем-то. Мы реально по звуку находимся как будто бы в шкафчике. Давайте проверим. Да, все. Теперь можно использовать куклу в любом месте. Даже на батуте, наверное. Так. И... Бам, использовать. Кто там на батуте прыгает? Если не я. Так, где монашка? О! Смотрите, она шла, и когда куклу увидела, она... Я продолжил прыгать на батуте. То есть я телепортировался в куклу прямо с батута. Так, классно. Все, идем снова за динамитом.
Взорвем третий динамит, потом перезайдем и выстроим цепочку из динамитов. Будут ли они взрываться по цепочке? И сработает ли у нас этот баг интересный? Так, динамит бросим совершенно в другое место. Вот здесь будем взрывать. А, я бросать не могу. Я бросать не могу все еще. Может быть, что-то здесь есть? А, нету. Нет, это такие дурацкие действия. Вот такие, смотрите. Бам, бам, давай. Ну, только так, похоже. И к шкафчику надо подвести. Так. У меня в руках динамит. Так, я перелезаю, да? Куклу, наверное, не вижу. Да, куклу не вижу. Монашка появилась. А, динамит здесь. Перезаряжаемся и залезаем вот в этот шкаф. Но кукла уже готова запускаться. Откуда она пойдет? А, отсюда. Ладно. До динамита недалеко. Видите, работает баг. Тот самый. Монашка пошла. Смотрите, мы можем взорвать и монашку, и динамит. Бам. А, нет. То монахини не достало. О, жесть, я здесь стою. Фантастика. И сейчас бросать не могу. Почему так-то? Я бросать не могу реально. До сих пор. Взорвал динамит. В общем, тут появился новый баг. Хорошо, давайте перезайду. И выложим цепочку из динамитов. Куклу сразу же берем с собой, чтобы была под руками. И, а, нет, давайте сразу же пройдем к кровати, потому что здесь может быть Библия. А, нету. Не повезло. Поэтому сразу идите наверх, потому что ее, скорее всего, здесь и не будет. Это очень редкое ее местоположение. Так. Проводок тоже не угадаете. То он в первом ящике, то он в третьем, то в четвертом. Так, давайте сходим сразу к секретарю. Вдруг респаун совпал. Нет. Так. Значит, в туалет. Кстати, еще смотрите, что я вам покажу. Заметил, что писсуары развернуты почему-то. Вот в этом туалете. Смотрите. Разработчики почему-то провернули модельки на 90 градусов. То есть вот эта часть должна быть внизу. А их как будто бы ветром сдуло. Это у нас развернутая писсуара. Новая модель. О, Библия здесь как раз, класс. Неплохо так показал, по пути было. Так, давайте здесь пройдем. Я уже почти у пьедестала. Так. Бам, за спины. О. Я думал, там просвет. Кстати, убрали ли они этот баг? А, нет, смотрите, книги прозрачные. Прозрачные книги. Сейчас выложим цепочку из динамитов. Значит, взрывать будем недалеко от шкафчика. Вот так, давайте сейчас сюда брошу. Один повыше и один на лестнице будет. Да, плохо, что нельзя сразу несколько предметов брать. Сейчас будет вообще интересно. Так, ну допустим, вот здесь. Интересно, они друг от друга взрываются или нет? Это нам нужно будет проверить. Я знаю только то, что они взрываются от взрыва куклы. И один вот здесь, на ступеньке. Так, ладно, пусть на первой будет. Смотрим ролик. Сейчас будем подрывать. Там монашка, кстати, стоит. В опасной близости от одного из динамитов. О, классно. Смотрим. Бам. Бам. Нет. Взорвался только первый динамит. То есть влияет только кукла на динамиты. А динамиты друг на друга не влияют. Хорошо. Давайте положим динамиты вместе. И взорвем молот монахини. Смотрите, куклу могу бросать. Почему-то. Можно перезаряжаться прямо в шкафчике. Запускаем. Так. И подрываю еще раз. Бам.
Так, монашку откинуло дальше. Динамитов больше нет. И давайте третий у нас будет вид эксперимента. Это мы все динамиты взорвем в одном месте. Допустим, их накидаем в лифт. Перезаходим. Кукла готова. Все равно пробегаю здесь. А, книга здесь, ура. Но нам все равно еще бежать за проводком. Кидаем ее подальше, вот сюда. Без проводка сможем достать динамиты, ура. Это, если честно, редкость. Так. Так, и таскаем динамиты. Будем забрасывать их в лифт. Посмотрим на этот грандиозный взрыв. Так, раз. Разработчики монашки готовят обновление какое-то взрывное. Я видел у них в Твиттере, что они уже разработали новый предмет факел, которым можно будет поджигать и книги, и иконы. В общем, он всю бумагу поджигает. И, видимо, придется где-то монашку взрывать вот так, чтобы что-то по цепочке загорелось. И еще в лифт. Надеюсь, взрывом достанет. Все, я смотрю ролик. Так, и сейчас у нас будет мега взрыв. Запускаю. Сразу же взрывают. Вот так, и взрываем. Бам. Во, там взрыв был. Реально все рвануло. Полностью все взорвалось. Все три динамита взорвались. Смотрите, монашки даже послышалось, что что-то внизу произошло. Давайте на этом видео закончим. Мы с вами провели взрывной эксперимент с новыми функциями в игре. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. Комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока. We'll be right back.